С 1 апреля югорчане даже из отдаленных районов могут узнавать самые интересные и оперативные новости региона. Телеканал «Югра» запустил трансляцию своего эфира через спутниковую приставку МТС ТВ. За телеканалом закрепили 129-ю кнопку. Такое решение было принято в связи с прекращением работы экспериментальных цифровых сетей. Оператор является третьим в России по величине абонентской базы. Спутниковое телевидение вещает в 83 регионах страны и предоставляет свыше 200 каналов. Добавлю, во втором полугодии наш канал снова расширит свою географию. Планируется запуск трансляции телеканала «Югра» также через оператора «Триколор». Проживая за городом несколько лет, мы пользуемся услугами спутникового телевидения. И, к сожалению, в списке каналов нет канала, который предоставлял информацию именно для местных жителей, самую актуальную, самую свежую. Но недавно, именно с 1 апреля, такой канал появился, телеканал «Югра» под номером 129, мы нашли его в своем списке. И сейчас получаем кратковременно всю самую свежую и детальную информацию о делах в округе.